Ребят, всем привет! Всем привет! Мы приехали в больничку с Мариной. У меня сегодня, как обычно, прием раз в две недели у участкового гинеколога. Угу. Мы растем, поэтому с каждым временем было раз в три недели, сейчас раз в две недели. Скоро будет, наверное, каждую неделю. Да, в комментариях можете отписаться, как у вас это было. То есть везде, я так понял, медицина немножко разная в плане того, что она должна быть одна, но где-то врачи так, где-то врачи так. И сегодня такое, как вы из названия поняли, изжога, да, это как бы у беременной. Изжога при беременности. Да, да, да. С Настей ходила, изжоги у меня совсем не было. Со Славиком у меня была изжога. А сейчас с третьим малышом у меня и сильнейшая изжога. Причем она больше в вечернее время у меня, получается, наступает. Не спасает там шестичасовое голодание до сна. То есть она все равно, я только ложусь в положение лежа, у меня все подкатывает, у меня все горит. У меня вплоть до рвоты. Что могла заметить, что у меня очень как бы такая вот специфическая, на красная. Съем помидоры, съем ягоды красные, ту же смородину. Хоть гинеколог и говорит, что там много полезных веществ. Ешьте больше вот такой вот, как бы... не деревенская, так садовой ягоды, чем покупной. Но я вот красная не могу. У меня на красной еще больше изжога. Со Славиком я спасалась гивисконом. Саша мне его тоже в роддом привозил, потому что я ложилась раньше. Ну, там до, разные пробовали. Да, до родов я пробовала рени, пробовала все, остановилась на гивисконе. В этот раз мне гивискон помогает на 10 минут, потом начинается все заново. Из народных средств пробовала молоко, через 10 минут и еще больше ощущений изжоги, еще больше жжения, но вплоть до рвоты. Чем спасаетесь вы или спасались вы? В комментариях, ребят, в комментариях. Пишите в комментариях, потому что ходить мне еще больше 2 месяцев почти. Улица беременных мам. Да, почти 3 месяца, и я так думаю, что до родов уже от этой изжоги точно не избавиться. Может, кто-то что-то посоветует. Буду пробовать все. Ну, не знаю, я вот говорю, по крайней мере, у нас как было, с Настей действительно никакой изжоги не было. То есть была только вот у нее слабость постоянная, там еще такое, со Славкой появилась изжога. И я так понял, что как с врачом разговаривал, это плод давит на кишечник, а на желудок, получается. Потому что чем больше плод, как бы, чем больше ребенок, тем больше он давит и происходит. Потому что, смотри, когда ходит плод ниже, то есть он как бы, получается, не затрагивает как бы желудок там частично, да, как-то. Я помню, когда Славика родила, у меня буквально Славика родила, до родов еще были схватки, у меня была изжога. Только я родила, у меня вот как рукой сняло, у меня больше не было изжоги до вот этой беременности. То есть, что такое изжога, я узнала во время беременности, вот второй. Потом она у меня резко прекратилась, прямо в день родов, так сказать, после родов. И сейчас она появилась снова, еще более усиленная. И вот говорю, что та же гивискон в этот сидя раз не засыпает. Засыпает периодически. Да, я в таком положении, полусидя. Саша мне там подушки подкладывает, говорит, ну, может, ты тогда мне на спине полежишь или как. А у меня все равно та же вот в таком положении, полусидя, полулежа, она все равно вот здесь все жжет, все горит, и вообще не знаешь, чем спасаться. Так что вот такая ситуация. Ну, я так, как понял, из комментариев в интернете лазил, как бы, в основном, как бы, процентов там 70% страдают изжогой. Могу, может, кто-то что-то посоветует, кто-то для себя что-то нашел. Мама мне говорит, у нее тоже была изжога с братом моим, когда она ходила, с младшим. Она говорит, мне сыр помогал. Мне сыр не помогает. Молоко. Я салом пытался ее закормить. Сало мне еще хуже стало. Я думала, оно такое же свойство, как у гивискона. Она, думаю, обволакивает желудок и не будет ничего жечь. Чего подобного. Сало тоже не подходит. Молоко, ну вот 10 минут, потом оно с усиленной, так сказать, интенсивностью еще хуже. Кто что еще может посоветовать? Кстати, я вот мяту завариваю сейчас, она более-менее успокаивает, не сказать, что она полностью проходит изжога, но она как бы становится более как бы мягкой, так сказать, она, ну, такое жжение есть, чуть-чуть чувствуешь, но это не то, что было, конечно, не тот огонь, не тот пожар, который в начале. Вот пока я остановилась на мяте плюс гивискон.
Посоветуйте еще ну, что-то. Ну, сейчас мы еще домой придем, ну, сейчас в больницу сводим и домой придем, покажем вот этот гивискон, да, вот это для беременных. Раньше, оговорюсь, раньше не было такого понятия, там, гивискон, там еще что-то для беременных, а сейчас все-таки да, делают. Раньше мы в бутылках покупали. Да, да, кито, там еще пластинки какие-то мы покупали, что-то там, Рейни, да что покупали, да. Он мне тоже не подошел. Ну, нет, ну, не было такого понятия беременность, как бы для беременных там. Отдельно, да. Да. А вот в этот раз мы пришли, нам как бы конкретно сказали, вы беременна, вам какое-то такое. Да, в аптеке мне говорят конкретно вот. Гивискон для беременных возьмите тогда. Может, он как раз из-за того имел мало как бы действий, он как бы поэтому убавлен, недолго. Поэтому недолго. Хватает, кстати, вот может тоже быть. Это, что не идет такая нагрузка как раз, потому что это же все равно как бы идет нагрузка лекарства на органы. Ну да, химия органы. Все равно в любом случае. Я, конечно, терплю до последнего, но раз в день, вот к вечеру, у меня больше всего к вечеру, и если днем я что-то из красного поем, это тоже вот... Сегодня поела даже консервированный, получается, вот на зиму делала заготовки, туда входил томат. В принципе, оно проваренный томат, да, кажется, не должно вот этой кислоты быть, которая может вызывать жжение. Все равно у меня сразу появилась изжога. Поэтому не знаю. Ладно, сейчас ходим к врачам, пока Маришка ходит, там тихонечко, может, засниму, где она там что-то ходит, что-то делает. Если там не увидит, не запалит, не это. Сейчас мы еще решили с Маришкой это съездим по роддомам. Там, оказывается, Марина узнала, что есть открытые двери в роддомах. Да, день открытых дверей в определенные, получается, дни недели, в определенные часы. Там бывает с часу там, до двух, к примеру. Мы хотим съездить, посмотреть, потому что я была в семерке, рожала двух детей в семерке. Ну, конечно, там совковая обстановка. То есть сами врачи, они очень хорошие. Если... Ну, судя по отзывам во многих как бы больницах хорошие врачи, но условия, конечно, семерка, ну, говоря, 21-й, да, роддом, конечно, совдеповская. Поэтому я Маришке говорю, может быть, за 5 лет все-таки там что-то поменялось. 5 лет прошло, уже 6-й год, поэтому мы съездим, посмотрим. Тем более, это хорошо, когда есть дверь день открытых дверей, да, посмотреть. Куда, если что? Ну, если получится заснять, то заснимем, да, конечно, заснимем. Для сравнения. Как не получится, получится что? Рожу кирпичом сделаю, и все, и вперед.